Всем привет! С вами, как всегда, Максим, вы на канале Макс Мегалот. Сегодня у нас в гостях мой брат Марк. Всем привет, я Марк. Это очередной выпуск про мою гуджитсу. Сегодня мы расскажем про гуджитсу из 4-й серии. Итак, погнали! Погнали или нет? Погнали! Погнали! Хорошо. Погнали, так погнали! Итак, первый у нас гуджитсу из 2-й серии, потому что я его забыл показать во 2-м выпуске, потому что он был в самом низу, я его только сейчас нашел. Это гигабивень. Гигабивень? У тебя гигабивень. Есть такой, Марк? Да. А у тебя такого же цвета? Такого же. У него оружие молот вместо руки одной, также у него съемная одежда, как и у всех. Он хороший, тут, наверное, тут, да, тут есть лапка. Такого. Это значит, что он позитивный герой. Да, он, да, хороший. Также у него есть повязка, вот, красная, и он тоже может стрелять водой. Это из второй серии, да, верно? Да, из второй серии, да. Он может тоже стрелять водой. Внутри его, вот... Ого, какие большие. Пластмассовые шарики, которые хрустят... Которые, наверное, не слышно. Слышно, скорее всего, но они хрустят не так. Есть еще из первой коллекции Волкодав, у него они лучше хрустят. Ну, еще у него есть также бивни. Вот, бивень раз и бивень два. Хорошо, давайте мы будем еще, смотрите, новшество введем. Давайте из 10 баллов, сколько мы даем этому гуджитсу? Я даю ему 7 баллов. Марк, а ты сколько даешь баллов? Я даю 8. 8. Значит, 7, 8. Он Марку, значит, больше, да, нравится, чем Максиму. Марк, а что ты можешь о нем сказать? Ну, Максим практически все рассказал. Да. Давай в следующем гуджитсу половину что-то расскажет Максим, а что-то да. добавит Марк. Да? Отлично. Переходим к следующему? Да, переходим к следующему. Следующая уже у нас начинается коллекция, да, которая... Дина Пауэр. Я перепутал DC и Дина Пауэр. После двух коллекций идет уже DC, потому что у нас еще будет коллекция, где они похожие, но со стилями. У него есть пояс. Также все Дина Пауэр имеют... Вот так они могут кусать. То есть у нас второй был, который могут стрелять водой, а он может кусать. Угу. А что у нас Марк добавит? А ну давай Марку. Что добавишь про этого гуджитсу? Это гуджитсу глюкозный сироп, поэтому он так хорошо тянется. И у него есть такая вот повязочка, как вы видите, на шее. Она снимается? Нет, она не снимается. Только рвется, да? Если снять, только один раз можно. Да. А пояс этот снимается у него? Пояс, или да. Да, съемная одежда. Можно на другого гуджитсу, да? Вот хорошо. О, это позитивный, положительный да, персонаж да, или отрицательный? Да. А где там написано? Где-то ну, есть? Тут не нарисовано, потому ну, что... Ну, вы его считаете положительным, да? Нет, мы мультик смотрели про гуджитсу, да. Есть мультики про да, гуджитсу? Да. Только не про всех. Про, например, про Marvel, либо Spy Jam нету мультика, только потому что им нужны авторские права, чтобы... Ага, ничего себе, серьезно. Марк, сколько ты ставишь этому гуджитсу? Я? Марк. Я ставлю 9. А я ого! Я 9? Ему ставлю 9. 9? Хорошо, это что? Это классный, типа он крутой, да? Угу. Ясно. Вы им любите играть, да, оба? У Марка его нет, это только у меня. А, у Марка нету? Нет. А у Марка, наверное, есть какие-то такие, которых нету у тебя? Да. Только 4. Только 4. А ты их покажешь нам в следующих выпусках? Да. Да, отлично. Ну, и хорошо, давай следующий. У нас... Траш, его зовут Траш, он также имеет способность кусать. Ага. Съемная одежда у него достаточно прикольная, это... Но он чем-то похож, нет, на этого? Ну, наверное, съемной одеждой. Ага, ну и чуть-чуть у него да. рельеф другой, да? Да. Ну, и... Ну, Марк, давай. Да.
Марк у нас будет дизайнер, он будет разбирать одежду. Это у него такая съемная одежда, такая снимается. Как это такие труселя, да. Труселя, как да. Будто кустики. Из прошлого, это же из, типа, когда метеорит упал, и все динозавры умерли, вот такие там были. У него такая повязка. Как и у этого. Да, похожая, как у этого. И он тоже положительный? Да, он тоже. Это мегалодон. Ага, и из чего? Что там наполнитель какой? Внутри в него... покажи ближе. Внутри в него рыбы и орбизы. Ух ты, круто, да. Прикольно. Типа он очень много рыб съел. Объелся. Видно, сколько у него рыб. А это он, наверное, тогда уже не водой плюется, а рыбами. Так. Он вообще не плюется, потому что это другая. Он же может кусать. А, они только кусаются. Да. Такой траш просто из водяной атаки. Ага, да. Ясно. А это какая серия? Это четвертая, Динопауэр называется. Динопауэр. А, это же наше видео так будет называться. Динопауэр, серия Динопауэр. Да. Кстати, эта способность называется боевые челюсти, что они вот так кусают. Да. Боевые челюсти. А давай спросим наших зрителей, а вы смотрели прошлую серию? Давай. А вы смотрели прошлую серию? Как нет? Она называлась? Она называлась серия Марвел. Серия Марвел. А в первой серии просто мы рассказывали про твою коллекцию Гуджитс. Да. Марк, ты смотрел первые две серии? Первую смотрела, вторую нет. Не успел. Еще сегодня посмотришь, да? Да. Следующий у нас... А лайк поставил? Нет. В первой серии. Первой серии. Не лайк. Помню. Все, так, ну надеюсь, зрители у нас не такие неответственные, они все поставили лайк. Да. Марк просто был занят, он обязательно поставит лайк. Поставишь лайк? Да. Подожди, наезжаем на Марка, поставишь лайк? Да. Следующий гуджитсу у нас Тиро. Тиро, подожди, давай наедем на Тиро. Тайра. Угу. Давай Марк про него первым расскажет, а то ты все рассказываешь, ему потом тяжело что-то рассказывать. Это Тайро, у него тоже есть боевые челюсти, как и у всех. Ну и тоже вот такая золотая повязка. Как у них у всех золотая повязка? Да, не у всех. Хорошо, ну все, давай Марк расскажи. В нем красные зубы и вода. Ну не знаю, может это не вода, что-то. Как у всех, гель, наверное. Как у всех у них съемная одежда. Короче, можно труселями меняться между всеми грузинцами. Да, можно драк. Ну, можно это, банда красных труселей на банду желтых труселей или зеленых. Да? Ну, это, наверное, уже, наверное, из... Вот у него еще, кстати, сзади есть вот такие вот шипы. Типа. Ну и, кстати, не у всех есть хвост, но у этих троих есть у всех хвост. Ничего и у этого себе. Есть, и у этого есть. Но... Это у следующих. Мы их пока еще не знаем. Да. Мы их еще никому не показали. Так, оцениваем, оцениваем. Я его оценю на 7. 7 меньше нравится. Я на 10. Марк, ну ты же понимаешь, что 10 это значит, что он твой самый любимый. Ну, у меня его нет. А ну ставь лайк, кто хочет, кому всегда нравится... Те игрушки, которых у тебя нету, да? Всегда кажется, что та игрушка, которой у тебя нету, она самая крутезная, да? Следующий у нас, злодей. Один злодей из этой коллекции. Что-то там целая банда хороших и один злодей. По-моему, там они же, ему наваляют трындюлей. Смотри, же. Стихотворение. Один злодей и банда хороших ему наваляет трындюлей. Также у него есть... боевые челюсти, но у него уже длиннее из-за того, что он крокодил. У него вот такие длинные. Я крокодил, я крокодю. Да? Ну, у него есть вот такие пальцы, которые... Они разгинаются? Нет, просто это такие острые пальцы. У него одежда это трусы. Красные, да? О, да. У нас есть уже с красными трусами, да? То есть это в его банде можно сказать так. Он завербует того и будет в его банде. Ну да, но они отличаются светом. Угу. Кто видит отличение цвета, поставьте лайк. Отличение? Отличие. Отличие цвета. Ставь лайк, кто ошибается в словах.
Ага, все, значит, поставят лайк, прикинь. Ну, у него тоже, как и у Таро, есть такие шипы, просто немного... Наполнение. В нем черепа и гель. Подожди, Марк. Так, наедем, а ну. В нем черепа и гель... И у него есть такая повязочка, просто не золотая уже, а красная. Наконец-то красная повязка. Да. Ну и он умеет ам-ам-ам делать. Да. А ну сделай ам-ам-ам. А пусть Марк сделает ам-ам-ам. И у него есть желтые глаза. У него еще так, не дергайте, я не успеваю за вами. У него есть желтые глаза, но у всех хороших они белые. Ага, значит он злой, да, желтые глаза. Ну оцениваем. Я его поставлю 8. Я тоже. 8, хорошо. Следующий у нас, наверное, самый крутой, это гигантский Ого, ничего себе, это что за монстр-то такой? Гигантский Тайро. Он отличается. А, это подожди, у нас уже есть Тайро, да? Да, он отличается это от Это Тайро на каких-то таких запрещенных таблетках, да? Да, это у него есть также, вот, наверное, я не знаю, что это, вроде, я не очень понимаю, что это, но вроде бы это корона какая-то. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Большой... Ты крутой. Значит, Марк много баллов не даст этому Тайро. Или дашь? Ну, пока не будем говорить, ладно. У него также гигантские челюсти, он даже, наверное, может... Ничего себе, укусил! Все ну могут, да, но так... у него целая рука, посмотри, попадает, да. попадает вот, в рот. То есть вот как, вот например... Может пальчик откусить, а тот может всю руку откусить, да? Да. Так, а ну давай Марку, что там Марк скажешь про него? У него тоже золотая повязка. Опа, кто у нас там? Упал кто-то? Ой, смотрите. А у кого есть такие Fortnite игрушки? Что знаете, что надо сделать? Конечно, поставить лайк. Ладно. Давай, Марк, рассказывай у пока. У этого тоже есть золотая повязка. Как у всех такая съемная одежда. Как у... Большая очень. Да. 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 Марк, она садись. Только на больших крепится. Вот такие вот какие-то. Повязка какая-то с шипами. Угу. Наполнитель его глюкозный сироп. А ну давайте вдвоем. Давайте вдвоем растягивать. Я это, может быть, поставлю на заставку. Все. Да, но он длиннее, потому что, собственно, руки же. Ну, его нельзя сжать, как и всех с глюкозом. То есть, а не доживается. Ясно. Хорошо. Ну, теперь самое главное. А оценку будем ему ставить? Нет, подождите. Мы забыли. Подождите. Мы забыли кое-что. Он рычит. Даже все большие. Да. Кроме... Ой, он еще блестит. Покажи, как он блестит. Ой, он реально злой. Реально страшно. Его можно также выключить. Вот сзади есть кнопочка. Такая, ага. Как и у Блэйза Кода. Ясно. Оценки. Марк, первый. 10. Ничего себе. 10. Ну, есть у меня еще такие. А давай смотри. Если ребята, вот те, кто хотят поставить ему 10, влепят лайк нам. Да. Вот мы такие попрошайки лайков, да? Ну это все из пятой серии. Четвертой. Из четвертой. Это все из четвертой серии? Да. Вот. Ага. Но это из второй, поэтому это не из четвертой. Не считается. А у Марка сколько у тебя из четвертой серии? Из четвертой, не очень. Так же самое или немного? Нет, меньше? Немного. Я понял, хорошо. Но у тебя есть которого у Марка, у Максима нету? Ну, да, есть. Вот этот зеленый. Ага, значит, это будет спешл выпуск, в котором Марк покажет гуджитсу, у которых нету Макса. Да. Хорошо. Так, ну что, давайте устроим файт. Бой. Бой будет сегодня? Да, можно выбрать игрока. Так, хорошо, Марк против Максима. Кто берет? Давайте нет, вы... это будет судья. Смотри, это будет... Нет, это будет судья. Да. А Марк берет себе в команду 2. И не, давайте это слушай, это будет в чьей-то команде. Ничего страшного. Ну ладно, давай вот эти. У нас давай на камень-ножницы бумага у кого-то. Давайте. Камень-ножницы бумага. Раз, два, три. Колоды. Ну тебе. Там было махлевание. Позже поставил или ты сначала поставил? Я ножницы.
Ты ножницы? Я колодец. Ты упал в колодец? Нет, они не могут разрезать. Как это? Ну, так они падают в колодец. Колодец выигрывает у ножниц и у камня. Да. А бумага выигрывает у колодца, потому что она его накрывает. Дальше Марк выбирает первый. И камень она выигрывает. А, и камень тоже, да, падает. Так, ну, Марк выбирает первый. Ты кого выбираешь? Большого? Ну, значит, я могу себе. Я вместо гигабит мне поставлю вот такого. Так, хорошо, еще одного нет. А, вы по два? Ну, хорошо, ну, давайте по два. Мы можем еще третьего взять. Кстати. Да, по третьего бери. На, а этот тебе. Хорошо. И первый раунд я могу выбрать, за кого первый раунд. Так, кто первый раунд? Я буду Тиро. А у меня... Этим мы пока... Как его зовут, того? Не знаю. Мы... Динозавр. Да. Динамайк. Давай его Динамайк назовем. Динамайк из Brawl Stars. Кто смотрел видео из Brawl Stars, поставьте лайк. Ничего себе, мы лайков уже напросили. Это куда нам столько лайков залезет? Да. Так, ну что, давайте, битва. Ох, ничего себе, это был запрещенный прием. Вот это, смотри, какую супер технику использует Марк. Ого, ого. Походу не вся, но Марк показал несколько интересных приемов. Походу их там уже не разрезать. И вот что оставите. Ой, кошмар. Они развязали. Так, все, ничья, 1-1. Дальше, следующий. Ложим их, что они умерли. Я вот такой. Садитесь, я рядом. Я в конец возьму гигант. Фальстарт, раньше времени, стоять. Что? Давайте, раз, два, три. Ого, ничего себе, а ну упусти его, ага. Все, Максим победил из-за того, что он его закусал. Нет. Короче, опять ничья, потому что хоть он и был покусанный, но, по-моему, прилетело ему по голове несколько раз. О-о-о, тут, по-моему, у кого-то есть преимущество, нет? Вам не кажется? Ладно, давай, дядю. Давай, раз, два, три. Вот это битва. Опа, по-моему, он убежал. А, не, он убежал, чтобы нарычать на него. Промахнулся. Ладно, ребят. Походу, у нас сегодня победила дружба, да? Да. 3-3. Такие. Значит, ничья. Так, ну, это было прикольно. Это было прикольно. Марк, тебе понравилось? Да. Лайк поставишь уже в этот раз? А ну, сейчас наедем на Марка. Да. Поставишь лайк? Да. Точно? Обещаешь? Да. Обещаешь? Да. Ну, смотри, мы в следующем видео скажем, поставил ты лайк или нет. Надеюсь, вам понравился этот ролик и также драка, которую мы дрались 3-3. Ну... Сегодня мы посмотрели, сколько там гуджитсу. Раз, два, три, четыре, пять. Сегодня мы посмотрели 6 гуджитсу. Ставьте лайки. А сколько нам надо цель на следующий выпуск? Нам надо же какие-то цели. Лайков. 60 лайков. Марк, как ты думаешь? А если Марк не поставит? Если... Подожди, давай же тогда 59. Потому что один лайк обещал поставить Марк. Либо 1100 просмотров. 1100 просмотров или 60 лайков. И мы снимаем следующее видео. А что вы хотите показать в следующем видео? В следующем видео мы покажем стили этих игроков. Это будет... Это уже, которых до сих пор в нашей, вроде бы, стране нету. Ничего себе, это заказывали за границей? Да, за границей. Это они... какая-то другая серия? Да, у них есть также... Я не буду рассказывать, что... Ага, это пятая серия, правильно будет? Да. Хорошо. Марк, а ты свои принесешь уже? Да. Покажешь нам? Или это в следующей серии будет? В шестой будет? В пятой? Хорошо. Марк обязался принести свои. Так, ну что, будем прощаться? Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Марк?
Всем пока-пока! Вот так вот. Все, всем пока. Всем пока!